сорт томата Тай-Дай Фреда. Это среднеспелый сорт. До полной зрелости плодов проходит от 110 до 120 дней. Сорт очень урожайный. Растение высотой до 80 сантиметров. Мощный ствол, густая листва. Требует подвязки обязательно, потому что не выдерживает под массой плодов куст. И частично можно формировать по вашему усмотрению. Плоды вот такой вот интересной расцветки, темно-багровые, с зелеными золотистыми полосками, слегка ребристые. Масса одного плода в среднем, вот этот в частности 223 грамма. Разрежем его. Сочный. Вот такая ярко-красная расцветка внутри, многокамерный, мясистый и сочный. На вкус сладкий томат, такой хороший сбалансированный вкус, кислинка есть, но очень слабая. Замечательный вкус у этого томата. Выращивать его можно и в открытом грунте, и в теплице.